RapPeriscopeMike.org. Крупнейший онлайн-магазин одежды с огромным каталогом принтов ваших любимых рэперов. Огромное количество уникальных вещей по рэп-тематике. Футболки, толстовки, шапки, спортивные костюмы и многое другое. Все изделия проходят трехэтапный контроль качества. Будь ярким, выражай себя в принтах и дари подарки близким. Доставка в любую страну. Оплата товара при получении. Ссылка в описании. Давайте я сделаю с кем-то из вас. Наверное, нужно провести. А ты хочешь подключить кого-то? Но сейчас пока некого. Потому что молча слишком ведет трансуглин Рус. Вот только у Руслана может вот так быть. Что это такое? 122 человека. А подключи кого-нибудь, прикольно. Когда я их подключаю, они обычно... Сейчас, смотри, какой классный парень. С днем рождения тебя. Отправим запрос на участие в прямом эфире. Отправляйте дальше запросы на участие в прямом эфире. Я кого-нибудь подключу и передам телефон туда, вперед, потому что иначе... А можно на секунду сфоткаться? Да, давай. Можно сфоткаться? А? Вот так. Жак любит сосать хуй. Блин, жалко, я хотел показать свой порезанный палец, но он в перчатке, блин, и ничего не видно. Есть? Спасибо большое. А давай на мой айфон. А? Давай на мой айфон. Не, нормально. Так, сейчас, короче, девчонки, кто из вас любит готовить, того я и подключу. О! Здорово. Как? Ты чего плачешь? Ты соскучилась? Да я не плачу, нет, я думаю. Что ты говоришь? Да, сейчас я. Короче, я тебя отдаю, у меня нет времени, прости, сейчас не могу. Спасибо тебе огромное, попозже созвонимся обязательно, когда я закончу. Саш, расскажи, а ты первый раз готовишь паэлью? Саш, первый раз готовишь паэлью? Какие эмоции у тебя? Я не хозяйка. Мы сейчас попробуем. А расскажи, что мы Жаку подарили? Расскажем подписчикам? Слушай, я помню, сейчас посмотрю, как это называется. Мы подарили приставку DS? DS? Или как-то так оно называется, да? Nintendo Switch Grey. Как? Nintendo Switch Grey. Горбушкин двор, павильон. Да, заказ на Катерину. Расскажите, ребят, кто-то играет из вас в Nintendo? Я, например, не играл никогда. Кто в какие приставки гоняет? Я PlayStation гоняю. Кто за PlayStation, ставьте руку вверх. Я играю. Я не играю в игры вообще. Серьезно? Ну, типа, да, я начал играть, когда Жак купил приставки. Приставки. И как тебе? Ну, блядь, залипать. Я видел, как вы мучитесь там в этой дети. Да, раз на раз, нормально, с ботами. Слушайте, а как вам, ребята? Кстати, кто не знает, меня зовут Руслан, я... Менеджер артиста. Как вам такая тема, если мы сделаем какую-нибудь зарубу с кем-нибудь из вас? Прям либо в онлайн, либо где-то в какое-нибудь пространство мы вас пригласим, и вы поиграете с Жаком в приставку. Что думаете? Пишите. Кто за, ставьте пальцы вверх или там кулачки, что-нибудь. Саня без бороды очень молодой. Да, кстати, Жак вчера такую тему отмочил, гениальную просто. Это для тех, кто служил в армии. Короче, слонов, духов, как угодно их раньше называли. Почему их никогда не называли ботами? Это же гениально. Боты, блядь. Слышь, Тони?
Я рассказываю про гениальное твое название, про слонов, духов, как их называть надо. А, да, как мы придумали? Боты. Боты, да, ботами. Это... называйте духов ботами, если вы служите в армии сейчас прямо, то называйте своих душар ботами. Это гениальное дело. Так, передаю. Саня, постарайся трафик поднять в моей трансе, потому что мне просто тропически много. Мне было даже, не знаю, из своей спальни эту трансу открывать. Попробуй просто ее перезапустить. Давай посмотрим, кто. И подсоединяй кого-нибудь. Мы сейчас на Wi-Fi сидим. Да. Подсоедини кого-нибудь в трансу и... в одном помещении. Милан. Короче, ребят, если вам тема зашла с играми, мы с Жаком это обсудим и можем с играми. Короче, мы думаем. Короче, если вам эта тема зашла, то мы придумаем что-нибудь и объявим через ВК либо через Инстаграм и где-нибудь пересечемся с вами и попробуем сделать что-то типа мини-чемпионата. И сыграем с кем-нибудь, и победителям подарим какой-нибудь классный приз. Следите за ресурсами и что-нибудь придумаем. Обязательно. Саша Спилберг, вот. Да, режет. Режет колбаску. Приехал. Давай, я тебя жду. Здорово. Слушай, а ты закрой микрофон, когда я буду спрашивать, что тебе надо, мне надо у него спросить. Это что-то серьезное или что-то интимное? Нет, что-то такое, что просто туда не доходит. Сколько вы зарабатываете, в смысле, или что? Да, да. У Жака Энтони есть секреты от своих поклонников. Артуру, салют! Мы в эфире. Так, ну что вы режете, кабачки? Надо решение принимаешь и меняешь. Да, ты выбирай, за кем идешь, значит, ты умрешь или нет. Так, такие игры там не тоже нравятся, но это не быстрее, не на Xbox. Я просто на Xbox не могу играть. Ну, там джойстики большие и удобные.
Скажи, сколько вообще паэли готовите и какие? Мы решили приготовить все-таки две, потому что мы пришли к выводу вместе с шеф-поваром, что действительно третья – это какая? Мы так и не поняли, что это такое. Но не бывает паэли. Паэли либо без рыб, может быть, только... Тамерман сейчас будет обижаться, что я его не пригласил, как ему забыл. Да, дорогой. Привет! Я сейчас в дружбе готовлю еду на весь рестик почти что. Ты где? Говнюк, ты где, я говорю? Бля, ну ладно, тогда я давай тебе позвоню попозже. У меня днюха сегодня, да, но я сейчас с огромным ножом в руке чищу огромный кабачок, давай я тебе позвоню. Давай, я просто уже порезался один раз. Слушай, я советчик только по части музыкальных вопросов. Но учитывая тот факт, что ты у нас и так сверхмедийный тренинг подружил на последние сколько лет своей жизни? Слушай, я вообще 14 лет. Ну да, но просто блогинг — это совершенно другая все равно специфика, ты же понимаешь, да, что... Самое главное — не старайся делать то, что модно, потому что это самое ужасное. Старайся все-таки задавать моду. А знаешь, кому задавать моду удается только тем, кто своему продукту подходит очень. Шеф, передай привет. Так, расскажи, кто тебе сегодня первым поздравил? Вспомнишь? Вспомню, но я не уверен, что... Не боишься есть свой средлёд? Кто поздравил? Меня поздравило сразу 5 человек. 12:00. Полина, Соня, Саша, Нигер. И Карапет, Байтар. Назовем его. Короче говоря,
меня поздравили очень неожиданно. Что-то начали там шушукаться, я смотрю, мама потом спрашивает, ну что, сколько времени? 12.00. Саня, 12.00. Саня прибегает. Огромный подарок. И блин, мы его все дружно вскрыли и съели, да? И играли в футбол, да, потом очень. До 7 утра, короче, Рима до 8 утра играл в Лигу. Девочка и сказала, приезжай, я тебя хочу, он сказал, окей, и сразу сорвался, просто 8 утра. Вот, ну и все. И мы так и уснули, по сути, за Xbox. Такой вот у нас был день рождения, спокойно. А что есть какие-нибудь интересные истории у тебя про день рождения? Там, не знаю, необычное место, день рождения в армии. Самый необычный мой день рождения — это Днюха в армии. Коротко, можешь? Я так праздновал, съев сникерс, и мне разрешили лечь спать на час позже. Вот. Такой вот у меня был день рождения. А, еще посмотреть телевизор, да. Ну, короче, такая фигня. Это было на самом деле на тот момент все равно, типа, радости было не меньше, чем обычно. То есть, когда ты в условиях, где нет хрена, все равно. Это шоколадка и телек, короче, сделали мне день тогда. Вот такие дела. Новый год, кстати, тоже очень забавно в армии праздновать, когда 80 взрослых мужиков вроде, значит, нам разрешили купить вафли, шоколадки, там всю эту фигню. Ой, ладно, я вас слушаю. Мне просто страшно, на самом деле, я не хочу еще что-нибудь себе отрезать, поэтому я буду стараться молчать. Взялся тут концептуально. Я только еще думаю, как ты так не смотришь в камеру и ее опустил? Я говорю, что я еще 60-60. Давно не видел. Сегодня меня снимает его, не мой подмастерье. Нет, у меня сегодня поздравлял с днем рождения. Я знаю, что он не мой, просто это называется высший пилотаж, профессионализм. Никакого пиздежа, когда снимаю. Шикарно. Жестко. Давай вернемся в эфир, когда вы будете уже заряжать. Давай следующий, да. Я езжу. Зато разрулил твой телефон, братиш. Прямой эфир. Хорош, хорош. Поздоровайся. Всем привет, черт возьми, мы сейчас находимся в дружбе, и это передача «Смак». Это передача «Жмак». «Смак», да, это передача «Жмак». Что делаешь, рассказывай. Ну не, Нигер, это уже перебор. Я сейчас пока буду базарить, я запутаюсь и что-нибудь запутаю. Ты можешь сам комментировать, что происходит, или ты можешь комментировать, ты уже старше. Нет, брать не комментируй. Это был наш юмор, который, по идее, только мы не понимаем. Я понимаю, что он тебе просто ловит. Я вчера просто ел плейбер. А, да, ты же ел. Я вчера ел подготовительную плейбер. Так, да, нет, вчера ел подготовительную паэлью в Жако дома. Мне очень понравилось. Повар. Думаю, то, что это будет шедевр. А у нас будет салатик с капустой? Потому что... Потому что помогает ему кто? Что, это такое? Он делает себя человеком. Я Никита Литвин. В смысле, вы ведете одновременно две франции с моей? Нет, конечно. Очень забейся. Что же, сколько же? Последний самый смелый плейлист, короче, сделал сам. У нас вот эта программа не снимает. Жмак. Это его сегодня. Жмак. Поблагодари всех за поздравления. Благодарю всех за опоздание. На самом деле, я уже им высказал сегодня все, что это мы как будто поздравление, это очень мило, но вполне себе бесполезно. Через год вы всем не скажете то же самое, я очень рад, что вы обо мне помните и думаете, но тем не менее. Просто ждите новый материал и покупайте все альбомы, и идите на все концерты. Не порежься. Я не порежусь никогда.
надо обратно. Тебе может быть нож поменять? Давай, короче, я тебе там солнце светит, жарко тебе. Я сейчас на позитиве сегодня. А, пока все хорошо. Че, вкусно? Нас... Я знаю. Вкусно получается у него. Как думаешь? Он руки был? Да. Точно? Точно. Я просто не ем с грязных рук. Серьезно. Вредно говорят. Так, я подсниму, чувачка. Не совсем. Дорогой. Самое стильное, что я знаю. Всем привет. Могу поговорить с вами. Она не передала просто Могу даже вам на что-то поотвечать, но я не знаю, что. Что за песня? Это тоже первый раз у меня. Если хотите поговорить со Сашей, то это первый раз. No, I will give it to you. I will put this on the relationship started, my nigga. Of course, my nigga. You know, actually, I will put this in your table also. So get out of here. City. You gotta sing it. I will, like, Вот шапка, смотрите, но, к сожалению, она не налазит на голову нашего негра, потому что у него прическа стильная. О, это Тони порезался, я сам! У меня есть бабки с собой. Давай. Да, тогда посмотрим. Что случилось, да? Первая производственная травма, я отвлекся, порезался. Неудачный план, и теперь я реально Thank you.
Саша, тебе привет все передаю. Жак, не умирай. Вместо чоризов паэлью, да? Да, да. Да, да. Ну, на рецепт, реально. Моя рука. Поцелуй, поцелуй. Значит, ты меня сможешь поднять. Поднять тебя? Давай. А куда мы потеряли Сашу? Она пошла тебе в бэндэйд. Такая легкая вообще. And we're black and we're proud. You heard? Самое тупое, что когда ты порезался, тебя все смотрят, и тут я хоть бы не порезался, блядь. Типа понял, хотя... А я родился бандитом. А ты не слишком толстые кусочки делаешь? Они еще толще были, у меня сейчас еще шишу вас. Для меня слишком толстого не может быть. Ооо, какой трек! У кого-то все в порядке со вкусом, я забыл, кто делал этот плейлист. Вот это еще один из моих любимых треков. Вообще все мои треки мои любимые. О, смотри, тебя там. Да. Аккуратно, я так. Десяточка, как нормально?
меня кто брал крышу, у них такая грязь хуйня была сегодня. Все, выйти. У тебя растут? Шарикс! Шарикс, подписчики! А у вас там прямая трансляция? Да, именно. Я всегда кричу «Шарикс, товарищи!» Это какое-то лекарство, да? Похоже на название лекарства, чтобы стоял. Это лекарство от грусти, друзья. Похоже на название «Шарикс». Братчик, дай-ка я с ними поговорю вообще. Нет. Это же мои, да? Да, мои. Всем привет. Я уже понял, что тут, короче, все печально. Пока меня нет, никто не хочет смотреть щит. Давайте я сделаю с кем-то из вас. Наверное, нужно провести. А ты хочешь подключить кого-то? Но сейчас пока некого. Потому что молча слишком ведет трансу, блин, Рус. Вот только у Руслана может вот так быть. Что это такое? 122 человека. А подключи кого-нибудь, прикольно будет. Когда я их подключаю, они обычно... Сейчас, смотри, какой классный парень. С днем рождения тебя. Отправил запрос на участие в прямом эфире. Отправляйте дальше запросы на участие в прямом эфире. Я кого-нибудь подключу и передам телефон туда вперед, потому что иначе... А можно на секунду сфоткаться? Да, давай. Знаешь, сфоткаться? А? Вот так. Жак любит сосать хуй. Блин, жалко, я хотел показать свой порезанный палец, но он в перчатке, блин, и ничего не видно. Есть? Спасибо большое. А давай на мой его. А? Давай на мой его. Не, нормально. Так, сейчас, короче, девчонки, кто из вас любит готовить, того я и подключу. О! Здорово. Как? Ты чего плачешь? Ты соскучилась? Да я не плачу, нет. Что ты говоришь? Да, сейчас. Я... Короче, я тебя отдаю, у меня нет времени. Прости, если честно, могу. Спасибо тебе огромное. Попозже созвонимся обязательно, когда я закончу. Саш, расскажи, а ты первый раз готовишь паэлью? Саш, первый раз готовишь паэлью? Как, какие эмоции у тебя? Мы сейчас попробуем. А расскажи, чем мы Жаку подарили? Расскажем подписчику. DS или как-то так оно называется, да? Nintendo Switch Grey. Горбушкин двор, павильон. Да, заказ на Катерину. Расскажите, ребят, кто-то играет из вас в Nintendo? Я, например, не играл никогда. Кто какие приставки гоняет? Я PlayStation гоняю. Кто за PlayStation, ставьте руку вверх. Я не играю в игры вообще. Серьезно? Ну, типа, да, я начал играть, когда Жак купил приставки. Приставки. И как тебе? Ну, блядь, залипать. Я видел, как вы мучитесь там в этой дети. Да, раз на раз, нормально, с ботами. Слушайте, а как вам, ребята? Кстати, кто не знает, меня зовут Руслан, я менеджер. Артиста. Менеджер-артиста. Как вам такая тема, если мы сделаем какую-нибудь зарубу с кем-нибудь из вас? Прям либо в онлайн, либо где-то в какое-нибудь пространство мы вас пригласим, и вы поиграете с Жаком в приставку. Что думаете? Пишите.
Кто за, ставьте пальцы вверх или там кулачки, что-нибудь. Саня без бороды очень молодой. Да, кстати, жаль, вчера такую тему отмочил, гениальную просто. Это для тех, кто служил в армии. Короче, слонов, духов, как угодно их раньше называли, почему их никогда не называли ботами? Это же гениально. Боты, блядь. Слышь, Тони, я рассказываю про гениальное твое название, про слонов, духов, как их называть надо. А, да, как мы придумали? Боты. Боты, да, ботами. Это... называйте духов ботами, если вы служите в армии сейчас прямо, то называйте своих душар ботами. Это гениальное дело. Так, передаю. Саня, постарайся трафик поднять в моей трансе, потому что в ней тропическим не было даже, не знаю, из своей спальни в эту трансу. Давай посмотрим, кто. И подсоединяй кого-нибудь. Мы сейчас на Wi-Fi сидим. Да. Подсоедини кого-нибудь к трансу и... в одном помещении не могу. Ну, короче, ребят, если вам тема зашла с играми, мы с Жаком это обсудим и можем с играми. Короче, мы думаем. О, Весо пришло! Сорян, братчик, день рождения. Короче, если вам эта тема зашла, то мы придумаем что-нибудь и объявим через ВК, либо через Инстаграм, и где-нибудь пересечемся с вами и попробуем сделать что-то типа мини-чемпионата, и сыграем с кем-нибудь, и победителям подарим какой-нибудь классный приз. Следите за ресурсами и что-нибудь придумаем. Обязательно. Саша Спилберг, вот, она режет колбаску. Жак. О, Джига приехал. Давай, я тебя жду. Слушай, ты закрой микрофон, когда я буду спрашивать, что тебе надо у него спросить. Это что-то серьезное или что-то интимное? Нет, что-то такое, что просто туда не так. Сколько вы зарабатываете, в смысле, или что? Да. Сенсация. У Жака Энтони есть секрет от своих поклонников. Даже у Жака Энтони есть секрет от своих поклонников. Двигай. Это... может, Артуро, салют! Мы в эфире. Так, ну что вы режете, кабачки? Да. Один тендер, но... обожаю Зельдо, а потом Марио Футбол. Очень нравится Марио Футбол, ну и вообще все, что связано с Марио на Нинтендо. Еще я прошел на Нинтендо. Ну, Зельду я прошел 6 раз примерно. Вот. Слушай, в основном я все остальное, что связано с Нинтендо, это вот этот Beast World. Я бокс даже
А так же надо решение принимаешь и меняется. Да, ты выбирай, за кем идешь, иначе ты умрешь или нет. Или там не тоже нравится, но это не быстрее, не на Xbox. Я просто на Xbox не помню. Ну там джойстики большие и их удобно действовать. Так. Денег вообще не отличается. Да, просто берешь и красиво швыряешь. Скажи, сколько вообще паэли готовите и какие? Мы решили приготовить все-таки две, потому что мы пришли к выводу вместе с шеф-поваром, что действительно третья это какая, мы так и не поняли, что это такое. Но не бывает паэли. Паэли либо без рыб, может быть только... Тамерман сейчас будет обижаться, что я его не пригласил, как я мог забыть. Да, дорогой. Привет! Я сейчас в дружбе готовлю еду на весь рейсик почти что. Ты где? Говнюк, ты где, я говорю? Бляха. Ну ладно, тогда я давай тебе позвоню попозже. У меня днюха сегодня, да, но я сейчас с огромным ножом в руке чищу огромный кабачок. Давай я тебе позвоню. Давай, я просто уже порезался один раз. Давай. Ой, слушай, я советчик только по части музыкальных вопросов. Но учитывая тот факт, что ты у нас и так сверхмедийной жизни погружена в последние сколько лет своей жизни, а? Слушай, ну я вот сейчас 14 лет. Ну да, но просто блогинг — это совершенно другая все равно специфика, ты же понимаешь, да, что... Самое главное — не старайся делать то, что модно, потому что это самое ужасное. Старайся все-таки задавать моду. А знаешь, кому задавать моду удается только тем, кто самому как-то беспокоит очень. Шеф, передай привет. Жака, расскажи, кто тебе сегодня первым поздравил? Вспомнишь? Вспомню, но я не уверен, что... Не боишься есть мою среднюю?
Че, кто поздравил? Меня поздравило сразу 5 человек. 12:00. Полина, Соня, Саша, Нигин. И Карабет, Абайтар. Ну, с этим его. Короче говоря, меня поздравили очень неожиданно. Что-то начали там шутиться, я смотрю. Мама потом спрашивает, ну, что, сколько времени? 12:00. Саня, 12:00. Саня прибегает. Огромный подарок. Блин, мы его все дружно вскрыли и съели, да? И играли в бутсбокс, да, потом ночью. До 7 утра, короче, время. До 8 утра играл в бутсбокс. Позвонила какая-то девочка и сказала, приезжай, я тебя хочу, он сказал. Окей, и сразу сорвался, просто в 8 утра. Вот, ну и все. И мы так и уснули, по сути, за Xbox. Такой вот у нас был день рождения спокойно. А что есть какие-нибудь интересные истории у тебя про день рождения? Там, не знаю, необычное место, день которое рождения ты встречал. В армии. Самый необычный мой день рождения – это Днюха в армии. Коротко, можешь рассказать? Я как раз был съев Сникерс, и мне разрешили лечь спать на час позже. Вот. Такой вот у меня был день рождения. А, еще посмотреть телевизор, да. Ну, короче, такая фигня. Это был, на самом деле, на тот момент все равно все бы радости было не меньше, чем обычно. То есть, когда ты в условиях, где нет кислорода, все равно это шоколадка и телек, короче, сделали мне день тогда. Вот такие дела. Новый год, кстати, тоже очень забавно в армии праздновать, когда 80 взрослых мужиков вроде, значит, нам разрешили купить вафли, шоколад, и там все это фигню. Ой, ладно, я вас слушаю. Мне просто страшно, на самом деле. Я не хочу еще что-нибудь себе отрезать, поэтому я буду рад молчать. Взялся тут концептуально. Я только еще думаю, как ты так не смотришь в камеру и ее опустил, бля. Давно не видел. Сегодня меня снимает не Блейз, сегодня меня снимает его, но не мой подмастерье. Нет, он меня сегодня поздравлял с днём рождения, я знаю, что он не мой, просто это называется высший пилотаж, профессионализм. Никакого пиздежа, когда снимаю. Шикарно. Жестко. Давай вернемся в эфир, когда вы будете уже заряжать, да, если еще? Да. Кальмары. Что происходит в итоге, Саня? Все, скоро сейчас положим их в духовку. Вот сейчас заливаем маслом мы тогда уже. Замечательным куриным бульоном. Это. Йоу, всем привет, ребят. Мы, короче, делаем вот такое вот шикарное блюдо. В свой день рождения я решил в дружбе приготовить паэлью. Всем привет, в общем, от всех. Тут очень много людей, все готовят эту вкусняху, чтобы, короче, всем было в кайф хавать. Я уже порезал себе палец, вот так вот, как видите. Потом во влоге вы увидите, скорее всего, момент, когда я это сделал. Итак, что? У нас все? Вот так, мы ждем кальмаров, которые у нас вот там. А вот и соус полетел. Оцените крутых мужиков.
А что за костюм у тебя такой модный? Palm Angels? Бля, цвет просто топовый просто. Смотрите, какой цвет. Его не очень видно в темноте, но на свету очень круто. Фиолетовый. 21 Savage. Креветочки прилетели. Саш, ты не устала? Саша на перце сегодня. Саш, давай теперь тебе вопросы. Расскажи, как ты встречала самым необычным образом свой день рождения? Нью-Йорк? Круто. Это круто. Вы гуляли или что? Похвально. Гуляли или что вы делали? Именно блины или панкейки, которые... А, панкейки. А когда у тебя день рождения? В ноябре? О, я не знаю. 18, 19.
20? Тебе исполнилось 20 в ноябре, да? Да. Круто. А как последний день рождения встречала, отмечал? В Лос-Анджелесе? Короче, в общем, ты все время в Америке, да? Самый непотребный. Не, ну почему? Блины были, а чего? Да, блины были, да. Панкейки, да. Братан, блинов просто не нашли, понимаешь, поэтому были панкейки. Отмаза поехала найти блинов. Братан, там есть теремок, чтобы ты понимал. Ты знаешь, заблуждение о том, что все самое качественное в Америке, в Америке качественное блинов. Как у них называется? Гранд-авеню, да? Где у них проходят всякие... Балеты там и так далее. Нет, Нью-Йорк. Первый раз в Нью-Йорке. Я не был в Нью-Йорке. Не забываю, сейчас все скажу. Я был в Балтиморе. Я тоже еду. Я вообще в Штатах еду. Вот мы же едем в мае. Да? Походу, да. Все спрашивают, расскажи, что ты делаешь у плиты вместе с Сашей? Что вы делаете? А почему именно паэлью? Почему такой выбор? Во-вторых, не курицу. Умеешь жонглировать, Нигер? Саша Каменский постоянно включает себя. Саша Каменский? А? Это Саша Каменский? Ну, это же он записывал этот скит. Ты не знал? Он волосы изменил? Ну конечно, да, его скид. Следующий скид я буду делать. Саша, ты в Испании была? Да. Как тебе испанская паэля? Какая твоя любимая? Круто. Зак, может, откроешь свое кулинарное шоу? Ребята, напишите, придумайте название кулинарного шоу для Жака. На лучшего подпишется он. Я уже придумал. Да. Жак, с Макаревичем. Да, наш вариант с Жак. С Жак. Как смак? Первая буква С и дальше имя. Ваши варианты. Всем привет!
сегодня день рождения, гости, да, и вам и будет мы интересно заходить в нашу группу. Я не знаю, пока у меня что-то получается, сейчас потом вас поздоровайте, пожалуйста. Всем привет! Джак Энтони в твоих ушах, готовим прекрасное блюдо, авторское блюдо. Да. Так что строго не судите, хотя попробовать вам это не удастся, но тем не менее. Жак готовит, а я просто режу. Как они получается? Они смогут это попробовать, если они придут похавать сюда в следующий раз и заказать фирменную баню. Да, так что приходите. Спасибо большое. Так, можно мне пробраться, пожалуйста? А как мне можно пролезть? Я хочу вести Сашу на трансляцию. Саш, как настроение твое? Я в шоке, что у меня что-то получается. У тебя все получается прекрасно. Да? Сейчас, подожди, это мы еще не закончили. Это если я пальцы съем. Ну, курицу ты режешь хорошо. Посмотрите, как Жак разделал несчастную эту палку. Жак, Саша, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Давай, как ты? Я хорошо, потихонечку готовим. А что вы так делаете? Класс. Так, нет, как в Барселоне. Ну, не совсем, а немного модифицировали. Дорогой. А все передают тебе привет, большой привет. Я просто вижу, по Саша говорит всем спасибо, но она немного занята. 5, 26. Если что, хочешь, переходи, поговори с ними. Хорошо. Да. Самая стильная. Всем привет. Могу поговорить с вами, потому что Саша немного занята. Она мне передала бразды правления в свои руки. Могу даже вам на что-то поотвечать, но я не знаю, что вам сказать. Что за песня? Это тоже первый раз. Если хотите посмотреть на Сашу, могу перевести камеру. Сашуля, с днем рождения! У Сашули нет дня рождения! Но вообще вот у этого человека день рождения. Он немножко темнее, чем Саша, но волосы у него тоже длинные. Поэтому можете поздравить его. Давайте, Саша, пожалуйста, вот ваша Саша. Ну, был ярче многих брендов, включая там Givenchy и прочее, все время сейчас перебрался работать. Hi. Оу, и в итоге порезался я сам. Первая кровь, fresh blood, ужас какой. Jack, what are you doing, my nigga? Like, you're making us black people look like we were like, yo, that's how yo. Что, Саш, ты хочешь сделать? Пластырь? У меня есть пластырь с собой. Давай. Да, тогда посмотри. Короче, по итогу первая производственная травма. Я отвлекся, порезался, неудачно пошутил. И теперь у меня жутко болит палец, потому что эти ножи нереально острые. Пойду его помою. Глубоко достаточно. Ну типа в шоке, что я отборол, как я мог отборезать. На самом деле я засмотрелся туда. Чё, танки грязи не боятся, где моя трансляция? Там? Они уже говорят, Жак, живи. Обратно. Короче, сейчас у нас перерыв. Жак очень сильно порезался. Несут пластырь. А то у меня только со слониками. Такой трек вообще нельзя париться по поводу.
порезанного пальца. Слишком толстого не может быть. Так. Какой трек! У кого-то все в порядке со вкусом. Я забыл, кто делал этот плейлист. Вот это еще один из моих любимых моих треков. Вообще все мои треки мои любимые. О, смотри, тебя там. Да, супер. Я на секунду отвернулась, чуть не порезалась. Аккуратно, вот я так же отвернулся и, блин. Да, давай. Женя, отвлекаться! Блин, я не знаю, может быть, выбить трансляцию, ребята, там как? Так, последний кусочек. Последний кусок! Недорого, очень новые, наверное, пойдут. Кому? Если он покажет, там пошло уже по другим людям. Я очкую просто сейчас. Теперь уже самому кажется, что я сейчас порежусь. Все нормально. Нет, я просто сильно так порезался, на самом деле. Да, да, очень глубоко. Так, чтобы она не длилась полтора часа, наверное, пока выбухаем до следующей стадии. Да, сейчас у меня ничего интересного. Мы с вами прощаемся. Пока.